Всем привет! Так, сегодня какой? 3 июня. Вот, вроде бы будет потеплее. Стою у вишни. У нас еще только цветет. А тут большая вишня. Это слива уже отцвела. Вот так вот немножечко покажу. Вдалеке. Вот там вон груша, которая... Рите хотела показать, что... Давно, где-то, может быть, года 4 назад, вот эта груша, ее срезали где-то 30 сантиметров от земли. И вот она такая выросла. Она цветет очень хорошо, уже, в принципе, отцветает. Груши есть, так что не спешите выбрасывать свои растения, даже если остается... Маленький-маленький островочек. Ну так, у нас малина. Там яблони. Сейчас я просто хотела показать. Вот пока солнце зашло. У меня на самом деле где-то яблонь 10. Вот. Вот эта яблонька. Очень вкусные яблоки этот год. Тот год у нас было немного. Такие, такая красавица наша. Вот, плодушек много. И вот, хотела, что я вам показать. Вот. Это яблоня роялти. В общем, вот это Карелия. Как вы все знаете, она большущая. Мы ее даже обрезали. Вот и в Карелии она прекрасно растет. У нее мелкие яблочки. Как видите, красные листья и красные цветы. Вот такие огромные. Вот это украшение такое сада. Надо тоже обрезать, потому что там провода. Вот такая наша яблоня. Но сегодня много показывать, опять же, не буду. Просто пройдусь, так сказать, по верхам. Пока. Та-дам. У нас мы еще все в работе с мужем. Слава Богу. Вот так. Я сейчас просто прохожу. Так. Вот яблоня. Тоже. Они растут как пальметы. Очень похожи. Вот такая. Интересная. Прям параллельно земле. Яблок много. Так, там дальше высокая, это красная сирень. И там дальше опять же яблоня. Там ирга. Вот так. Там показывала снова яблоня. Барбарис, там внутри сирень. Так, пойдемте дальше. Просто очень хотелось показать. Еще одну, так, красивую яблоню. В общем, та роялти, это роялти краснолистная. Вот, а это яблоня медведского. Вот. Так вот, это красавка, просто красавка, девчонки. Вот как вы увидите, вот, будет ли видно... Она мне милее, чем та роялти. Вот такая вот. Так что выращивайте такие декоративные. Вот, вот яблочки хорошие. Я не знаю, у роялти мелкие, а вот и вообще такие хорошие яблоки. У нас, наверное, одно или два было. Вот. Так что вот такая еще красавица у нас растет. Так вот. Вот так. Ну, тут тоже яблони. Вот там. Сейчас покажу немножко по верхам. Вот яблони все в цвету. Вишня в цвету. Груш много. Вот здесь вот трын-тын-тын. Груши вот сколько было. Вот там груша. Там яблони. Я в этом году даже виноград посадила. Так что... Посмотрим, что у нас будет. Ну вот, на этом пока все.
все. Там такие штучки расцвели. Так что на этом все. Пока-пока. И до новых встреч.